Пьеса о людях, о нас. Разные героини, разные характеры и такой вот собирательный образ, который включает в себя характер каждой героини, мне кажется, он будет отражаться в сердце каждого зрителя. О наших страхах, о наших переживаниях, возможностях, о преодолениях, о том, как наши страхи влияют и в положительном, кстати, ключе, на какие-то результаты нашей жизни, как мы закрываемся, как мы раскрываемся, как мы любим. Очень важно, несмотря на то, в каких условиях мы живем, оставаться всегда собой, а всегда быть честными, наверное, и с собой, и с другими, не терять наших близких. И этот спектакль, как мне кажется, он как раз несет вот эти вот главные посылы, которые помогают нам оставаться людьми в разных местах, в разных странах, в разных ситуациях, с разными людьми, в разных обстоятельствах. И как раз вот это вот такая вот, такой якорек –